Хочешь поучаствовать в конкурсе на 50 тысяч кристаллов? Тогда тебе нужно подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и написать свой ник в комментарии. Более подробная информация в описании. Drop it. Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс, и сегодня я записываю очень классную рубрику под названием «Прятки». Вот, нашли мы сегодня тайную комнату, ну как нашли, обычная, в принципе, тайная комната на карте Серпухов, вот, я нажал посмотреть, что за карта. Вот, мы спрятались вот в этой башне, и здесь я не один, как обычно, в остальных рубриках, а с... Так, вот у нас тут Адвизор, поздоровайся. Привет всем. И Легенда. Здорово, бандиты. Только они в минусе, серьезно. Просто чуваки в минусе. Вот два танка, вот вы не знаю, видите или не видите? А ну, поверни башню направо, Адвизор. Не вижу, где здесь. Ну, короче, Адвизор, там под ним еще Легенда, и я самый первый. Вот, короче, у нас вообще жестко. А также у нас есть еще в конфе Даша. Привет. А, также у нас есть Женя. Привет. Хатабыч. Привет всем. И Настя. Привет. Вроде бы всех представил, да? Почти. А, Виктор, метро Москва, я сказал же. Или нет? Нет. Блин. Всем привет. Вот, Виктор, метро Китай, поздоровался. Вот, я чуть-чуть забыл. Вроде бы смотрю, вроде бы представил. Короче, ладно. А, смотрите. На задача подписчиков. Просто нас найти. А, стоп, не шевелим башнями. Уже поняли. Уже, походу, нашли. И убить. Если они нас найдут и убьют, то я скину им 3 голдика. Вот, кстати, гоу. Вот. Короче... О, мне кто-то приглашает, мы отказаться. Смотрите, ребята, в чате, кто у нас написали. Привет подписчикам Big Tanks, написал наблюдатель. Смотрите, ребята, это очень круто, поэтому ставьте лайк. Объяснил. Вот, привет, привет, Орех, привет разработчикам, всем, кто смотрит. Да. Так, а чё мой минус? Никто не сползает? Нет, никто не сползает, ну отлично. Короче. Так, чё, вы в минусе, да? Ну да. А, ну отлично. Короче, сейчас, ребята, если они нас найдут и убьют, то мы им кинем голды. У них все про все, короче, до 929 минут. Вот, все. Им, короче, 9 минут с половиной остается. А если они меня за это время не найдут и не убьют, и нас всех троих. Они же нашли. Они нашли. А убьют, как смотрите, они просто бьют по башне. И тут благодаря этой текстуре они просто, смотрите, вся башня черная, а у нас просто хп-хи не отбирается, видите, мою шкалу здоровья. И это круто, очень круто. И Жига, и Жида, и все. Убить меня. Вот. И не только, кстати, меня. Вот. Если они нас не найдут, то мы вылезем. И если нас быстренько убьют, то я кину сразу голдики. Вот. Чтобы ребята не расстраивались, типа туда-сюда. Вот. Такс. Все, они уже нашли, да? Да, нашлись. По нам пальцы. Да, они стреляют, но как бы... Безрезультатно. Реально. Да, им нужно придумать, как вас еще убить. Да, потому что, ну серьезно, есть единственный мне шанс... Мне кажется, 900 минут надо им давать времени. Так, Хатабыч, да не бей их, не надо. Смотри, вариант это просто взять и залезть ему вот на эту бровку, на эту вот киллзону, короче. И с нее как-то с чуваком каким-то запаркурить и в полете насрать на нас мины. Если на нас насрут, то получится. Вот. Но, судя по тому, что предыдущие рубрики получались очень безуспешными для подписчиков. О, смотрите, чувак Жига просто херачит в башню, а урон не наносится нахрен вообще. Ой, блин, это вообще так смешно реально, потому что... Вот вроде они бы... придумали решение. Да? Что там они придумали? Да, вот, ребят, надо заменить кого-то в башенку. Вот правильно мыслит чувак с ником... Как у него? Т-606, да? ТТ-606. ТТТ. Не, Т, правильно. Да, Лёх, я могу тебя даже убить. Ты меня не стреляй, Легенда, ты же внизу у нас.
Ты вообще не дергайтесь, и бас не двигайтесь, слышите? Да не буду, я не буду. А то эти нубасы в минусе, смотрите, видите, два танка, видите, в минусе валяются. И еще и я, только я в плюсе стою. Вот, я сейчас могу подвигаться, вот видите, я хоп. Эй, я лучше не буду двигаться. Или я могу? А, вот, я могу двигаться. Чуть. Не надо, не надо, только башни. Ну и башни, ладно. Просто жесть, реально, три танка в этой тайной комнате поместились, и очень жестко, поэтому... Что там ребята пишут? Поставьте две мины. Да тут не две, а тут надо 22, чтобы залезть к нам. О! Смотрите, как текстура прозрачная, как будто этой комнаты нет. Если я так камеру поставил. Кстати, а те, кто в минусе, легенда, у вас там как? Можно настраивать тоже, чтобы смотреть. Да? Да, да, я могу. What the fuck? Что это? Изида только что стреляла! Я серьезно! Но он урон не наносит. Он урон не наносит, но он стрелял. Что? Да, я знаю. Фишки, короче, можно еще сделать. Охренеть! А сквозь текстуру потерялся? Да, он сквозь текстуру стрелял, лол. Кто? Изида. Я увидел маленький луч, серьезно. Красненький такой. Да, блин. Сейчас посмотрим, вот она болит. Вот сейчас нет. Вот по-любому было, я помню. Так, где это? Вот. Ай, блин, камера. Вижу. Вот, смотрите. Изида просто стреляет, но урон не наносится. Блин, Изидка прикольно, кстати. Вот видите? А, вот видите. Видите луч? Вот луч, ребята, видите? Розовый такой, блин, охренеть. Вот сейчас нет. О, вот сейчас есть. Все слили. Но это единственный игрок, у которого какие-то есть шансы. О, а Двизор, ты сползаешь, кстати. Да. Не стреляйте, да, не стреляйте. Они просто по башне бьют. Интересно, а за то, что они побьют, нас как-то сбивает это или нет? Отдача. Вряд ли. Хотя грому возможно. Ну, мне тоже, кстати, кажется, что вряд ли. Хотя, ну как возможно? Это если они будут прям сверху стрелять по нам, то да. Блин, Адвизор, ты вообще сползаешь, мне стрёмно. Или у вас башня вылезает, у кого башня вылезает? Гром. О, это у меня, наверное. Не, я XT, на месте, XT у меня. Да все на месте, блин, чё вы? Все нормально, вы чё пугаете нас, ребят? Он со стороны моего. Вроде такая маленькая башня, ну чё там в нее залезть? Кстати, мы тут залазили реально очень проблематично. Потому что мы хотели сделать что-то крутое в этой рубрике, я думаю, что вы поставите. Какой ребят, там приз? Лайкос за это. Три голда. Три голда. А, три голда и 5000 кристаллов того, кто убьет. У нас никто не убьет, поэтому три голда. И, короче, ребят, мы реально сюда залезали очень мучительно, потому что хотели закинуть именно три танка, реально. Не один, не два, а именно три. Поэтому подпишитесь на канал, кто это еще не сделал этого. Ну и поставьте лайкос за наши старания. А мне кажется, кто-то там наверху. Да, мне кажется. Так кажется. Посмотрите, подсадку делают на мосту. Да. Где? Да. Сейчас мол, посмотрю. Да будет уже. О, нифига, они жесткие. О, тут чувак только что летел. Давайте сальту. Я видел. Во. Кстати, у них 4,5 минуты, вы знаете? О. Мне кажется, не успеют они. Может, дадим еще 5 минут? Да. Да ну, 5 минут. Мы же не будем бесконечно. Давай до 20. Еще 13 минут. Сейчас, подождите, сейчас нормально все, блин. Ну, бесконечность тоже не хочется проводить этот конкурс, ну смысл. Они будут даже полчаса, и я ни хрен сюда залезть. Мне сюда очень проблематично залезть. Голды всем. Голды, да, всем кину. Голды просто кину три голдика в битве. Кто возьмет, тот красавчик. Естественно, наши ребята не будут бороться, кто помогал, кто у нас в конфе. Вот. Печально, видно. Да. Обидно, блин. Всем пока, короче. Ну давайте залезать. Кстати, ребят, в этом летсплее тоже будет... Так сказать, конкурс на 5000 кристаллов, ваша задача найти какой-то фрагмент с танков онлайн, написать, на какой минуте вы на это найдете, допустим, там васпик найдете на 3.03, допустим, минуте этого видео. Вы пишите, вот я нашел, и кто первый напишет, я зачислю 5000 кристаллов. Да, что делают? Так, что там? На нас посмотри с Хаттабыча. Да я вижу, что-то на вас залазит. Не палимся. Давайте, все нормально. Что тут делаете? Кто-то тут подключился, отключайтесь. Я подключился. Покажите им, да, просто покажите, они смогут или нет так же. Они не смогут так. Метро Москва, уйди, не подсаживай. Если ты не хочешь их подсаживать, так не подсаживай. Пусть сами пытаются. Короче, ребят, у нас еще, у них точнее, ровно 3 минуты. Если они смогут, то поздравляем. Если нет, то, ну, увы. Так, спрашивают, видос будет? Да, будет. Естественно, видос будет. Ну, естественно. Кстати, знаете, что в башне идет подсветка этого огнемета в башне, но урон не наносится. Так, свет от огнемета в башне есть, смотрите. Так же, как с Изидой. Да.
Лёха, у меня ключ ошибка. Валяйся там, блин, сейчас походу тебя выкинет. И, нажимай, и адвизор упадет на меня. Блин, ну чё за хидня? Ну если у тебя крит ошибка... Ребят, крит ошибка в башне, в минусе. Там сейчас поверху, по самому верху попытается гром залезть. Ну ладно, легенда если выйдет, смотрите, если легенда выйдет, то получается адвизор упадет вниз. И будет на мне, и все нормально будет. Ну короче, я в любом случае должен остаться живым. А гром отлить сверху? Не, ну смотри, не, Лёха, никого не трогать. Не факт, что нормально все будет, так что я не буду рисковать все-таки. Не нажимаю окей, да. Все. Да. Валяйся, короче, в минусе. Хоттабыч, не надо их бить. Не нужно их бить, Хоттабыч. А вы уже смотри, бьют уже. Они просто уже другой способ ищут. Не нужно бить никого, напишите, что бить нельзя. Напиши вот этого Алана, Аслана бейте. Чем он бьет, блин, какой-то Аслан, блин. Вот. Петух. А вот парень реально хорошие вещи пишет. Строим башеньку, помогайте друг другу залезть, а не мешайте, чем быстрее снесем, тем быстрее голды. Вот это прям реально парень вещи. Надеюсь, он у меня уже есть в друзьях, да? Или нет? А, нет, нет. Ладно, примем его в друзья. Реально вещи пишет чувак. И, кстати, он частенько приходит на эти конкурсы. Поэтому привет тебе, если ты слышишь и видишь нас и смотришь. Вот. Так, легенда, ты сейчас, наверное, выйдешь, да? Или нет? Нет. Нет? А что ты не выходишь? Все, крит ошибка, и ты, получается, типа вертишь башни, да? Нет. Я не верчу. А ну адвизор, просто... ничего не делай. Алло, ну легенда, влево, верти башню. Сейчас. Да, у тебя башня вертится. Ну ладно. Серьезно? У тебя я слышу звук, вот тихо. А ну. Давай я стрельну все-таки. Не надо, не стреляй. Короче, нормально все, у тебя башня вертится, значит тебя не кикнет. Так. Ну сломали, короче. У чуваков еще 50 секунд, если нет, то. А вот они башенку сделали. О, башенка, есть попытка. Так, Хоттабыч, бей тех, кто им мешает. Я боюсь. Не бойся. О, как они близко! Они вообще близко, ребята! Офигеть, смотрите. А тебя осталось 30 секунд. 30 секунд осталось им. Если нет, ну значит нет. Нет, то значит нет. Ну давайте, пока у них тут попытки еще есть, то. Давайте, чуваки. Убей этого бессмертного игрока, он им мешает. Ну давайте, ну. Давай, чё, они чё, башню толкают? Они чё, думают, что они башню с места сдвинут? Ну, удачи. Затолкают в текстуры. Давайте, ребятки. Давайте, ребята, ну. 5, 4, да не, давайте, 3, 2, 1. Да ну, а смысл, они, смотри, не хотят залезать. Да давайте ещё 5 минут не будем, получается. Чё, плюс 5? Так, легенда, стой. О, чё? Давайте плюс 5. Плюс 2, сейчас будет обратно. Давайте, ребятки. Плюс 2 минуты. Так, тихо. Короче, давайте самоуничтожаемся. Чё это вообще за хер? Его чуть не заплюнули, лол. Чувака чуть не заплюнули, смотрите, чё это тут? Очередь, короче, в башню. И, кстати, они тут в дверь выстрелились, или дверь с другой стороны? Да, это тут дверь, вроде, если я не ошибаюсь. Или нет? Только да, красиво, вот, видите, да? Дверь, ребят? Они в дверь, вот. Да, Лёх, вставай, всё, Гусом уничтожишься, короче, и все. Короче, легенда, давай, ты перезаходи. Сейчас посмотрим, давай. Что створится с тобой, а мы пока сидим. Сейчас. Давай, легенда, перезаходи быстрее. Ну, все, короче, мы им уже, походу, больше... Я упал? О, да, ты упал и просто внизу, видишь, теперь только мы с тобой вдвоём. Сейчас мы будем им подсказку давать, смотрите, ребят. Короче, я буду им помогать сейчас, подсаживать и так далее. Смотри, я сейчас высовываюсь, и сейчас будет мясо. Ну вот, Лёх, он, ну, я, алло. Ну не рискуй, ну зачем? Да пофиг, уже все, уже время. Вот он я, чуваки, мне просто стрельнуть нужно. Ну, кто додумается стрельнуть меня и убить? Ну, я уже высунул с полтанка, смотрите. Смотри, они залезли. Хоттабыч залез. Меня убили. Меня убил чувак с ником Манхеларатян какой-то. Ах, нет, красава, поздравляем. В принципе, он опоздал, конечно, со временем, но, в принципе, голдики сейчас мы скинем. Так, кидаем голд, раз. Голд 2. Прямо здесь. И голд 3, вот вижу. Все, охренеть, просто мел надо чувак, не короче, надо. Я тебя поздравляю. Нет. Блин. Всё, обида. Один нашел я голд. Обида. Красочки мастера паркура. На центре. На центре, да? А, вот, 2 вижу. Ну, давайте я засниму, как ребята будут брать. Так, надеюсь, я убью. Возьму на ходу, да. Такс. Эх, Хоттабыч, ну. Адвесор, зачем ты минку поставил? Да ладно. Больше треша. Так, давайте. Так, Хоттабыч, вы не боретесь, ничего, не забывайте. И метро Москва тоже не надо подсаживать. Обидно. Я никого не подсаживаю. Так, и тут у нас голдик берет. Берет голдик. Еще никто. Кто берет голдик? Ну, за контроль. А там кто?
там уже взяли, и тут берет. Да не, не надо, не бей, Хаттабыч, да пускай возьмет, чувак. А, это ты, блин, адвизор. Да не мини, не надо. Где третий голд? Да вот у нас валяется, его ничего. Сейчас сверху смотри. О! Кеша красава, просто вообще молодец. Огонь. Отжал этот голд. Зато как пытались, как пытались. Ну ребята, в принципе, да, пытались, поэтому им тоже респект. Короче, ребят, такая у нас рубрика получилась. Если она вам понравилась, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите в комментарии, записывать ли еще такую рубрику, потому что тайные комнаты реально прикольная вещь. Там очень даже весело получается. Вот. Ну и как раз шанс подзаработать подписчикам кристаллики, там, голдики и так далее. Вот. В принципе, мы ссылку сливаем в паблике Big Tank, ссылочка на него тоже есть в описании. Поэтому тоже подписывайтесь, не пропускайте. И тоже будете посещать эти все конкурсы, попадать в видос. Поэтому все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Всем пока. Пока-пока. Пока. Пока. Всем удачи, всем пока. Фьюзи, да? Фьюзи, да? Фьюзи, да? Фьюзи, да?